29 сентября в монополии «Круна» городской голова Вадим Лях представил свою команду, с которой он идет на местные выборы от партии «Оппозиционный блок». Среди кандидатов известные предприниматели, врачи, педагоги, действующие и бывшие депутаты, чиновники местного самоуправления, а также новые лица. Каждый из них стремится изменить жизнь города к лучшему. Вадим Лях вручил каждому своему соратнику удостоверение кандидата и пожелал победы. В представленных программах развитие славкурорта, новые инвестпроекты, создание рабочих мест, интеграция в жизнь города поселков, которые присоединятся к Славянской ОТГ, ремонт дорог, решение проблемы водоснабжения. Доброго дня. Ну, действительно, я долучился до команды Вадима Ляха, тому що вважаю, що за його каденцію у період з 15-го року по 20-й в місті відбулось багато важливих подій, і це можна побачити неозброєним оком. Реалізовано достатню кількість проєктів, як великих, так і на місцях. Я у команді Вадима Ляха. І з ним я працював 5 років, і я впевнився в тому, що це та людина, з якою можна і потрібно працювати. Так уже сталося, що майже все своє життя я працюю у системі освіти. Я трошки розбираюся у цій справі, і я впевнений, Вадим Михайлович саме та людина, яка спроможна утримувати систему освіти у належному стані, яка спроможна розвивати систему освіти. І я хочу працювати у цій команді, щоб принести своєю працею користь для нашого міста. Так, йду на вибори і сьогодні представляю свою нову команду. Це команда «Опозиційного блока». В неї входять як досвідчені вже люди, які мають опит депутатської роботи, але є і нові обличчя, для котрих це буде вперше. Але я впевнений, що ця професійна команда буде приймати рішення на благо нашої об'єднаної громади, а також, що насамперед важливо, брати відповідальність за ці рішення. У 2016 році місто довірило мені должность мера. Это был действительно сложный год, и все мы его помним, знаем, насколько сложно давались решения. И благодаря вашей поддержке я принял участие в выборах, победил в них, и с тех пор, уже на протяжении 5 лет вместе с вами, мы пытаемся и, соответственно, и делаем наш город современным, комфортным и безопасным. Что для меня, в первую очередь, безопасный город? Это, конечно же, отремонтированные дороги, тротуары, это освещенные улицы, это слаженная работа полиции и местного самоуправления. Что такое комфортный город? Это зеленые зоны отдыха, это парк, это рекреационные зоны возле озер. Это там, где люди могут собраться и провести свободное время. У нас таких дом появилось уже довольно много. Ну а что такое современный город? Это, конечно же, новый уровень обслуживания громады. Это ЦНАП, это прозорный офис. Это много коммуникационных вещей, которые мы с вами выстраиваем с жителями нашего города. Именно все это и объединяется в такое емкое понятие. Ради этого мы работали с вами плодотворно все 5 лет. Уверен, что многое получилось, многое еще впереди. Именно для этого мы объединяемся в команду, которая будет принимать решения, команда, которая возьмет на себя ответственность, это самое главное, потому что, как было сказано, в тяжелые времена именно познается, кто готов нести ответственность, кто готов идти вперед и, самое главное, с кем. Я рад, что вы со мной, уверен, что вместе у нас все получится.